приветствовать медиахолдинги, представители медиахолдинга «Комсомольской правды». Меня зовут Павел Сапков, я заместитель главного редактора «Комсомольской правды» и вице-президент Союза спортивных журналистов России, который, собственно, и организует эту пресс-конференцию. Хочу представить участников нашей сегодняшней пресс-конференции. Это люди заслуженные, любимые нами и предстоящие спортсмены, герои, ну, кроме этого, точно, Игорь Павлович Серков. Игорь Павлович Ларионов, Дубак, Дмитрий Олегович Тугарин, Александр Альбертович Демилов, один из коллег, человек, который отвечает за статистику и, соответственно, подкреплению серебряных талантов, которые мы сегодня присутствуем. Я хочу передать слово Дмитрию Олеговичу. Дмитрий Олегович, пожалуйста. Добрый день, коллеги. Я в первую очередь хочу спасибо сказать Павлу Садкову и редакции «Комсомольской правды», редакции за то, что принимаете нас здесь в замечательном новом офисе. Спасибо. Я буду краток. Напомню о том, что премия «Серебряный онлайн», которая по традиции вручается ежегодно лучшим спортсменам и тренерам нашей страны, эта традиция продолжается. Ей уже больше двух десятков лет, и совсем скоро, через месяц, мы проведем торжественную церемонию в Москве. Планируем это сделать 25 марта, место мы объявим позднее, и там те, кого спортивные журналисты России назвали лучшими, получат свои награды. Это уже по сложившейся традиции, эти прекрасные серебряные лани. Ну а сегодня мы собрались не только для того, чтобы объявить дату на церемонии, а для того, чтобы одного из лауреатов нынешних чествовать. По объективным причинам наш герой не сможет, скорее всего, присутствовать на самой церемонии.